Падение биткоина продолжается. Народный банк Китая провел встречу с представителями трех китайских криптовалютных бирж BTCC, OCoin и Huobi и изложил рекомендации касательно риска инвестирования средств в криптовалюты. Центральный банк Китая запретил упоминать о девальвации юаня и предлагать в качестве альтернативы биткоин. Новость о запрете биткоина в Китае привела к падению курса.